Подарки от всего сердца. Каждый год в городе Щелково проходит акция «Чудо-елочка». И действительно настоящим чудом она становится для воспитанников детского садика компенсирующего вида «Росинка». Активисты Щелковского отделения молодой гвардии при поддержке торгово-промышленной палаты и районного совета депутатов сделали все для того, чтобы каждый особенный ребенок получил желанный подарок в наступившем новом году. Благодаря акции «Чудо-елочка» все ребята смогли получить именно те подарки, которые просили в письма главному новогоднему волшебнику. Давайте посмотрим, что же принес Дедушка Мороз. Привет, расскажи, что тебе подарил Дед Мороз? Мне подарил небе. Я мечтала о небе. Для кукольного домика. Вы знаете, у детей столько положительных эмоций, и очень рада, что это не первый год такая акция. И у меня вот с этого сада в прошлом году первый ребенок уже в сад, в школу пошел, и тоже была радость у двоих детей. Они просили, мечтали, им эти подарки подарили. Акция стартовала еще в декабре. Все воспитанники детского садика «Росинка» написали письма Дедушке Морозу, которые затем отправились на чудо-елочку. С нее пожелание мог снять любой желающий начать Новый год с добрых дел. Мы уже своими силами поставили точки в торговых центрах. Это были «Ладья», «Кэмп» и торговый дом «Премьер». Граждане могли сами купить подарок, читать письмо. Если подарок был какой-то дорогой, возможно, пожертвовать какую-то сумму на этот подарок. И мы уже купили общую часть подарков. А сегодня провели праздник, где вручили детишкам эти подарки. Акция, скорее всего, даже для тех, кто делает эти подарки. Кто может взять письмо с елочки, чудо-елочки, купить подарок и положить ее под елочку. А уже молодая гвардия, которая уже много-много лет, потом организует мероприятие для того, чтобы эти подарки дошли до своего адресата. Эта акция нужна всем, потому что благодаря этой акции наши сердца становятся добрее, и в каждый дом входит любовь. Вручали ребятам подарки не только молодогвардейцы, но и Дедушка Мороз со Снегурочкой, задержавшиеся по такому случаю после новогодних каникул. Воспитатели, родители и ребята в долгу не остались. Передали гостям памятные сувениры, сделанные, как и подарки, от всего сердца. Александра Гранич, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».